Вот это ящики, ящики, ящики. Значит, так, это силовой. Кабеля идут. Сюда не пускают. Вот этот вот телекоммуникационный. Скорее всего, пускать придется сквозь него. А тут я не знаю, что такое вообще. Тоже хорошая дырка. Вот эта маленькая. А? Что это такое? Это для трубы, наверное, какой-то сделан. Мне выход тоже где-то может быть. Ну, в общем, но телекоммуникационные щиты вот это вот. Они начинаются выходы с четвертого этажа. Так, чтобы... А, с Медатом. Медатом небольшая проблема. Кабель придется, видимо, пускать по этой линии. Вот так вот, вот так, 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 так. Сюда. Вроде бы за этой дверью уже проходит наверх какой-то кабель. Ну, в крайнем случае, там уже проложено Айля ТВ. Кабель прокладывался, значит, ну, если один человек сделал, другой повторить всегда может. Так, это щит телекоммуникационный. Что за... Как мы видим, здесь Сетина. Уже есть... Что это? Сетина, да. А, да, это наши конкуренты. Да, вот их хрень. Они сюда запиздячили свой кабель. Вот, да. Видно? Вот их кабель, блин. А, замечательно. Это телекоммуникационный блок. А, это, но это пятый этаж. Это... А это силовые кабеля идут. Охренительно, блин. Щита нет, ничего нет. Так, идем теперь на четвертый этаж. Это у нас четвертый этаж. Вместо телекоммуникационного блока висят картины. На том месте, где на пятом этаже телекоммуникационный блок. А там, где была щель с силовыми кабелями, здесь стоят вот счетчики. Вот они. Да. Дайте свет, пожалуйста. Вот так вот. Ну, так как это на замке, мы осмотреть не можем. Но я так полагаю... Тут рыться не получится. Только здесь получается, если только клиента или распределительную коробку ставить здесь, надо одну картину снять. И вместо нее повесить свой ящик. И отсюда уже, если что, вести людям дальше интернет. То есть здесь долбить. Вот здесь вот долбить, делать дыру. Потом ее обмазывать аккуратно. И отсюда уже распределять. Это четвертый этаж. Нам нужен, наверное, будет девятый, если ставить посередине. На девятом у нас как было? Тоже, да, там есть. На девятом тоже есть телекоммуникационный блок.